Масштабный пожар в Шотландии. Второй раз за последние 4 года горела одна из визиток Глазго, знаменитая школа искусств. Первые сообщения о пожаре поступили поздно ночью, когда неподалеку гуляло множество людей, среди них и выпускники школы искусств. Огонь быстро распространился на соседнее здание. Жители окрестных домов успели эвакуировать. На место пожара отправили более 120 пожарных. К утру пламя потушили, никто не пострадал. Причины пожара выясняют.